Насыщенному и плотному графику городского совета ветеранов молодежь позавидует. В этом людей старшего поколения поддерживает и депутат законодательного собрания по Березняковскому округу Константин Белоглазов. Да, в этом отношении я хочу сказать, и Константин Белоглазов, и Игорь Папков нам активно помогают. Поддерживает Константин Белоглазов не только старейшин нашего города. Депутат также сотрудничает и с музыкальным училищем. Например, в этом году запланирован ряд концертов для ветеранов. На мой взгляд, город всегда был на хорошем уровне и всегда был, претендовал на первое место. В последние несколько лет, вы наверняка знаете, в городе много было культурных мероприятий, культурных, вещей, традиций новых. Напомню, Константин Белоглазов стал депутатом законодательного собрания края в 2017 году. Все это время народный избранник защищает интересы нашего округа в краевом правительстве. В том числе депутат принимал участие в формировании бюджета на предстоящую трехлетку. С точки зрения, я думаю, жителей Березняков и Усолья, очень важно, что продолжится финансирование дорожного строительства, что направляются довольно большие деньги на муниципальные дороги, не только на краевые, но и муниципальные. В планах у народного избранника и дальше работать в законодательном собрании края на благо нашего города. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.